Так, следующий, давай, Макар, мат. Егор, погоди. Макар, ничего, сейчас будет. Надо залезть, перелезть по рукоходу. Давай, Макс, терпи. Перелезай по рукоходу. Ногами вставай. Перелезай. Одной рукой держись, ближе к столбу. Цепляйся ручками, переходи. Держись. В карман убирай. В карман или спрыгивай, нормально слезешь. Слезай. Молодец, есть первый. Так, Семен, а Егор вроде должен. Давай, Егор. Поехали. Макар, все будет, сейчас пока руки восстанавливаю. Всех все будет, не переживайте. Егорыч, ползи аккуратно. А я тоже хочу. Ползи. Серафим, постели, пожалуйста, мат под этим, под рукоходом. Серафим, тихо отставить. Егор, ползи ножками, зацепляйся ножками об стол. Держись, ручки, держи. Спокойно, спускайся. Спускайся, спасал руки, да. Не-не, Серафим, все правильно, постели. Поправь как-то. Следующий. Спроси у ребят по Агнезии, Макар, конечно. А что, никто тебе не дает? Макар, поехали, готов. Давай, парни, быстрее. Серафим сократил, да, дорогу? Запрыгнул повыше. Давай. Держись, ножками обхватывай. Рукой одну держи, помогаю. Есть, красавчик. Спускайся. Погоди, Макар, ты теперь жди в очереди, да? Все, парни, приятного тепла. Да, поехали. Давай. Лёва, готовься. Не знаю, если хватит подарков на всех еще раз. Мне же надо взрослым тоже раздать. Не сюда. Вот в эту, да. Отдохни, ползи. Ножками. Не торопись, ножками зацепляйся, ручки держись, молодец. Держи, красавчик. Слезай аккуратно. Лёва, погоди. Давай. Иван, ты следующий, готовься. Никак не хочешь, куда ты хочешь? Надо слезать. Лёва, давай. Папа, иди помогай. Иди быстрее помогай. Макар, не надо, парни. Серафим, да. Ну-ка остановись. Это что такое? Остановись. Отожмись с Егором 25 раз. Лёва, ножками цепляйся. Ножками цепляйся, ручку давай. Держись, спускайся. Зубы, да, спускайся. Макар, давай. Иван, готовься. Поехали, Макар, давай. Серафим, понял за что? Давай, хватайся, отдыхай. Ползи, ножками. Цепляйся. Молодец, Иван. Макс, отступи место Иване. Иван, давай, братан, Иван, давай. Максим, где другой Максим? Давай. Иван, тебе помогут сейчас. Давай быстрее. Иван, давай вперед. Макс, отойди. Ваня, тебе помог. Давай, пошел. Тебе помогут. Давай, ползи. Руками цепляйся, тебе помогут. Цепляйся, тебе помогут. Тебя будут держать, помогут. Тихо, держись. Ножками за стол. Молодец, спускайся. Макс, погоди. Спускайся. Макс, бегом, братан. Масленица, бегом. Макс, отходи пока. Давай. Давай, Максим. Ну, Максим, я же говорю, что это легко. Погоди, пусть попробуем. Так, ну что, помогаем, Максим. Макс, сейчас тебе помогу. Давай, сам. Давай, сейчас, Макс, отходи пока. Погоди. Давай, в темпе. Сам, давай. Новомодное масло. Ну а кто? Вместо блинов шоколадные такие штуки. Давай, ножками цепляйся. Я, может быть, и закрыть пойду. Давай. Диман, Артем, Иван, Тимур, быстрее. Макс, пока, Тимур, быстрее. Диман, быстрее. Забери. Скорость.
скоро сида. Убежал. Пошел. Давай. Вот, ты смотрите, он в уголке. Давай, Димарик. Вот. Тимур, отходи в сторону. Отходи в сторону. Димарик, давай. Давай. Да? Нет, так взял. Молодец, красавчик. Тимур, пошел. Давай. Давай. Тихо. А Димарик скоро сидит в уголке. Давай. Оп, красавчик. Иван, давай. Ты как, перебеги сейчас? Ага. Раз. Артем, готов? Давай, Иван, тихо. Оп, красавчик, с праздником. Молодец, Артем, давай. Давай. Смотрите, опа, пошел. Так же красиво, да? Давай, молодец. Все. Че, давай, Макс. Молодцы. Ну давай последний. Давай, Макс, сейчас заснимай. Сейчас на тебе закончим видео. Давай. Раз. Давай. Ты будешь последний. Все получили подарки. Всем приятно тебе. Там аккуратно. Давай, братан. Ногами цепляйся. Давай. Братух, тебе коробку. Иван, ты съел? Все, давай. Сейчас. Салфетку зачем? Все, аккуратно, молодцы. Отдай, выкинешь коробку. Целую коробку подари. Красавчик. Вань, сейчас, погоди, Вань, позвони родителям, скажи, что все хорошо. Ребят, позвоните родителям, скажите, пожалуйста, что все хорошо. Максим, отожмите по 25 раз, я сказал, там не есть. А я не ел, мне вон все нужно. Тимур, ты там съел, братан, ладно, сделай. Макс, спальник, кушайте, пожалуйста, вот там. Ну, молодец, все. Я просто подумал, ты скушал еще, но я видел, что Тимур пожелал. Вкусно, Тимур? Да. Чекопает хорошее? В уголке тоже можешь? Ну, вот. А как вот Димарик сможешь сделать? Нет. А? Вот. Представляешь, во флажке подняться, подтянуться, да, Дима? Тихо. Ну, нормалек. Давай, прогиб делай. Макс, аккуратно. Максим, аккуратно. Тихо, не падай. Ползи. Оп! Сейчас, погоди. Всегда кого-то ждет. Че? Переживай. Погоди. Сергей Геннадьевич, а где у нас эти ушли, где Ашвили, Марк? Да. Да, у них там что-то за половину тогда отдавал. Потом сказал, я вот их нашел аж 24 февраля. Марк недавно приходил. Марк, так, Лука вот у нас 6 плюс 5, у него, а у Марка... Марк вот недавно приходил, 4 плюс, года. Да, у него сейчас... Ну, у них получается, как бы, у них батя платил на двоих. У них там платил за двоих, и там такая схема, он половину отдал, потом сказал, половину донесет, вроде бы не донес там. Короче, у него последнее, 4 плюс 4, сейчас получается 3 плюс... Вот так поставить? Может, ну уже все, 4 плюс 3 поставил, и другому все, тоже тогда ставил. А этого... У него вот последнее. Да, на здоровье. 6 плюс 5, это значит будет... 6 плюс 4 ставить. Да, парни, погодите, пожалуйста. Секунду, погодите. Потому что он принес, он говорит, донесу потом. Ну это Серега там. И вот еще, а Макс Голубев где? Был тоже нет у него? Или его вообще нет? Его забрали, он пришел, ну как, он же из записи, его Машка забрала, да. Что-то не нашел его? Смотри. Он здесь был, вот Голубев Максим. 2-1. Пока, парни, перекусите. Отдохните. Да. Нормальная башня. А кто рядом соседскую выше построит? Тихо, ребят. Тихо, не балуйтесь, пожалуйста. Приятного. Не балуйтесь, парни, пожалуйста, не балуйтесь. Это что? Иван,
Саламатов, позвони Маше и скажи, что все так. Ребята, отзвоните, пожалуйста. Не уходите, да. Пока, ё-моё. Ну, тема прикольная, на самом деле. Ребята, позвоните, пожалуйста, родителям и скажите, что... Как, да. Поднимать можно сейчас. Позвоните, пожалуйста, родителям, скажите, все ли хорошо, все ли в порядке. Не надо поднимать? Или тебе не надо звонить? Все, до свидания. А что там буду делать? Да босс, скажи. Ты не знаешь, что ну, куда? Только туда, только туда, да. Я ж чешский не умею на 180. Нет, я хотел другую тему.
Погоди, Иван Павлович. А что тебе здесь не нравится? За отжимание? Сейчас один плащи больше нравится. А раньше ты говорил, тебе здесь нравится из-за прыгучести. А потом уже там понравилось. А почему здесь не нравится? Конечно. Вот тренируй ноги, делай. Еще отжимайся, не забывай. Два или четыре отжимания. Нифига себе, блин. Вот это Диман там колотит. Это Диман колотит, а тут голову ударил. Сам Том Пост кусает. Том Пост вообще убежал в страхе. Сейчас Ван Дам придет заглядывать в коридор, скажет, ё-моё, брат. Ван Дам помолодел. Там что-то происходит. Племянник Том Пост просто из столбу ушатывает. Как будто подать можно. Короче, опасно с тобой, да, сегодня? Здесь один чувак просто взял, а его там где? Аккуратно, Егор, братан, аккуратно. Лево, Лева, ручками. Лев, ручки вниз повесь. Да, во, вниз. Сейчас, Вань, подожди. Кто хочет сальто, сюда подходите, кто на сальто хочет. Подходим к Денису Владимировичу, он вам дает силовое упражнение. Кто с ним справляется, первый на сальто переходит. К Денису Владимировичу, старшему тренеру, подходим. Он вам сейчас дает силовое упражнение. Если вы с ним справляетесь, если вы с ним справляетесь, ну это ноги нужны крепкие, да, для сальто? 100%. Слушайте, запоминайте внимательно. По позициям. Три человека у вас. Один занимает центрально здесь квадратик, здесь. Каждый свой квадратик выбирает. Ну выбирайте сами, какой вам понравился квадратик. А что, у нас всего три сальтушника будет, остальные не хотят? Значит, у нас же задача. Ноги на ширине плеч поставили. Иван. Боковую почву. Ну а давай, что будет? Вставай свой
А я там вот как раз делаю. Это я делал. По ширине плеч мой. Смотришь сам, да? Давай. Руку выше. Упражнение называется стульчик иногда. Но там надо правильно положить руку. Любого такое, да? Колени сгибаем. 90 градусов. Колено 90 градусов. Ниже надо сесть. Да. 60 секунд. Он бы залез в уголке. 60 секунд. Минута. Поехали. Внимательно смотрим. Внимательно смотрим. Вот как будто бы вы сели на стульчик. Прямо ноги. Раз. Да. Вот так. Только так, взяли из-под вас эту опору и убрали. А вы так же остались. Просто зависли. Смотри. А ты вот так вот стоять. И вот так вот стоять. Понял, Иван? Раз. И вот так вот. Туалет хочешь? А что жмешь? Практически. Ступни сведите, носки вовнутрь, чтобы вы смотрели, носочки вовнутрь. Здесь он помогает себе руками удерживать. Вовнутрь, вот эта раскручивающая вот сила дает возможность вот так правильно удержаться. Диман, еще. А ты попробуй так да забраться вверх и не спуститься. Вот, так? Вон, да. Выкали. А у меня упор же в этой, попробуй так пробовать. Вверх ногами отжаться, знаешь? Вот так, встали, вот так. Так, можете встать? Носки теперь не вот так вот ставьте, а вот так вовнутрь немножко. Ну вот просто еще. Залезь. Еще. Вовнутрь, вовнутрь, носочки. Как ты висишь? Да, вот так, да. Просто поднимай ногу. Вовнутрь, носки. Вовнутрь, вовнутрь. Вот теперь, да, теперь вниз. Вот здесь. Руками, здесь. Руками. Поставь одну вот сюда. Вырубись, вот, я выровнялся. Вот. Второй руку ставь здесь. Подтянись и выходи, например. Против моей руки. Куда? Вот просто поднимись и выходи. Ну, почему я? Просто беру. Сейчас никто не понимает, что делать. Это трудно. Пока я вам не знаю. Напряжение сильное. Мы же простых путей не ищем. Сейчас Артем попал. Поднялся. Что надо сделать? Вот. Сейчас подтянись и выходи. Выходи. То есть руками. Смотри, ровно. Ну или покрутись, может, ты раскрутишься. Давай. Оставь, это лучше. Так могу. Это в каком положении мы просаживаемся? Ты просто запрыгиваешь со стороны. Чтобы не завалиться назад, нам руки вперед надо вытянуть. Стоим, ждем, колени разведи, Иван. Разведи колени. Смотри, как ты стоишь. Мне просто чуть-чуть рабочку. Не закрутиться, не закрутиться. Надо так, нет. Вот и все. Почти спину выходи. Да. Вы просто руками вытяните вперед. Да, еще другая тема. Руки вытяните вперед. Ну, смотри, а как они все должны отделаться. Стоим. Минута. На полную спущу. Зафиксироваться в этом положении. Выйти ноги в сапожок. То есть только руку переводишь вниз, мысли выйти. Рука вдоль тела. Сергей Геннадьевич, все кандидаты что-то, по-моему, не могут? Обращаются у нас. Ну а что же? Второй парень. Круг. Ладно. Еще одна попытка. Ну-ка, Иван, давай. Делай. А, Димарик, ты вот так даже? Нет. Делай еще. Давай. Поехали. 3-4, давай. Ну, еще все, что ли? Все, я не знаю, начинай напряжение. Парень, а что проблема? Что у вас не понравится? Все, даже 10 секунд не могу настоять. Это мы, говорит, не байнут. Давай другое. Ладно. Артем, руку вниз одну. Руку вниз, левую. Ой, отстань, правую руку вниз. Перехватывай, правую руку вниз. Встаем вот таким вот образом. Встаем. Хочу на сальтейке. А? Нет, сальтейка пока еще никакого. Так? Это исходное положение. Наша смотрите, раз, одна рука, которая здесь. Так, чтобы поднять живот. Другая рука бунки. Здесь. Оп! Я другую тему сделаю. Да. Да. Стоим 30 секунд.
нет, оно придерживает. На руках. На ладошках. Стоять надо не так, как ты стоишь. Хотели проще упражнение? Вот он проще. Значит, стоим. Да. Считать начинаем. Может быть, ты допрыгаешь так вверх, либо сверху. Два. Спустишься до ринга. Четыре. Я вообще не играю, мне вот это вот сказали, просто прикольная колда на там несколько человек можно интересно поиграть, а мне эти игры не нравятся, стендовы там разные, мне их, с моим зрением не очень позволяют. Иди с ребятишками качнись. Егор, Лёва, пойдем. Серафим, давай вместе с ребятами. Принимайте упор с Денисом Владимировичем, принимайте положение. На чё? Согнулся немножко. На штангу? А, давай, делай тогда, чтобы я не видел, что вы стоите. Макс, чехол под матрас убирай. Чехол, который ты постелил, на который ты встал. Либо его в сторону, либо под мат. Либо его под мат засовываешь, либо в сторону. Балуйся. Будете баловаться, вообще не будет никаких сальников, еще пару минут. Поехали, исходное положение. Занимаем исходное положение. Что стоит? Еще раз показываю, внимательно смотрим. На носочках и на ладошках. Коленки, ножки согнули. Вот опять согнули. Парни, внимательно смотрите. Стойте, как поставили, стойте. Носочки. Я пошел, я устал. А что, еще время? Ну, я устал. Ну а чем, давай, растяжку, штанга там. Нет, точно? Ты вчера штангу же хотел, да, Варя? Ты вчера говорил про штангу? Нет, да не. А, парни, да. А то вот уже все прям, нет? Не, я устал. Я понял. В понедельник с 7 до 9. Просто сейчас, Тимур, никто же не напрягает, ты можешь отдохнуть, еще позаниматься. Что, тебя дома ждут компьютерные игры? Нет.
Раз, два. Терпи, Ваня, терпи. Вот как должно быть. Иван, терпи. Раз, два. Сколько стоит? Чуть-чуть. Вот это пошире, вот это пошире. Вот так вот, раз, вот. Я за кофе смотрю. Вот как надо. Эй, Иван. Вставай. Теперь наша задача сделать вот такое вот действие. Когда пойдете, ребята, что забрали телефон? Продукты. Исходное положение это было. Занимаем исходное положение. Все теперь знают, да? Да. Теперь совершаем вот такое вот действие. Круговое движение получается. Круговое даже мешок. 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону будем сейчас делать с вами. До свидания. До свидания. Поехали. Поехали. Давай, давай, давай. До свидания. До свидания. Не должны быть ноги выпрямлены. Это не должно быть вот так вот. Вот. Вы сейчас сделали это вот так вот. Ладно. Я и так делал. Вот. Практически каждый сделал вот так. Да вот. Я и так делал. Вы же наблюдательные? Правильно? Вы же, ребята, наблюдательные? Я же из проста сказал, что надо поставить руку пошире, ноги пошире. Как можно было, как вы слышите, здесь специально вот здесь залезть в таком вот положении. Зачем вы опять так сплотились? Чуть-чуть подальше. Чуть подальше занимались. Подальше, назад, назад, назад. Внимательно, ноги. Ноги, ноги. Локоточку подсогнулся. Чуть пошире развел. Как будто бы задача, знаете, как это еще получается, можно так объяснить. На одну конечность вы переносите центр тяжести своего тела. На одну руку, на другую руку, на одну ногу, на другую ногу. Следом опять рука, вторая рука. Ясно? 10 раз в одну сторону сделай, 10 раз в другую давай делай. Еще раз сделай. Я видел. Еще раз сделай. А зачем еще раз? Да не, я их контролирую. Еще раз? Чтобы быть поднакаченным? Нет. Делаем, делаем еще раз. Все, я посмотрю все. Сейчас, потом дальше начнем делать упражнение. Сейчас буду, значит, все делать, пока ты не начнешь оценивать. Говорит, что все я сделал и делаешь неправильно. Хотя больше всех доказываешь мне, что все ты сделал и все четко так же сделал. Правильно. Еще раз показываю. Буду себя делать, пока не получится. Еще раз показываю. Не на выпрямленных руках вот так вот крутится. Не на выпрямленных руках. Наша задача, чтобы у нас были согнутые руки. Чем ниже находится корпус тела наших полов, тем будет интереснее выполнять это упражнение. Делаем. Только чуть-чуть разойдитесь опять с кучкой спины. Сейчас всех подаем. Все заново делаем.
нормально. Не хочешь? Собирайся домой. А я хочу садить. А что случилось? А все, никто ничего не...